Выходит спортсмен, занимает свои места в углах. Вот представляют спортсменов Ислама Кулудратова из Узбекистана и также его соперника из Германии. Сейчас начнется встреча. Ну, весовая категория 68 килограмм, что в спортивном, что в боевом самбо, это достаточно боевая. Это, как правило, самое максимальное количество участников в ней встречается. То есть те люди, которые сейчас стоят на ковре и прошли и одержали победы ни в одной стратке, в предварительных встречах. И вот мы видим, что удар наносит правой рукой спортсмен. Это и все, получает нокаут, скорая помощь, да, и нужно оказывать помощь спортсмену из Германии, да. Ну вот видим, что прошло всего 12 секунд, и точным ударом челюсти получает, да, тяжелый нокаут. Видим, с трудом держится на ногах спортсмен из Германии. Да, чистая победа, эффектная победа одержал спортсмен из Узбекистана. И по праву завоевывает золотую медаль в этой весовой категории. Зрителям нравится, видите, что поэтому все, конечно, все любители спорта любят, и любящие борьбу приходят с удовольствием смотреть на такой красивый вид борьбы, как самбо. Да, ликуют болельщики из Узбекистана. Их спортсмен завоевал, их соотечественник завоевал звание чемпиона мира. Сейчас спортсмены готовятся к награждению в весовых категориях.